Мы приступили к выполнению задач, обозначенных президентом в послании Федеральному собранию. И одна из ключевых задач – это обеспечение сбалансированного регионального развития. Глава государства дал ряд поручений в этой сфере. У нас большая страна, у каждого региона свои особенности. И средства из федерального бюджета необходимо выделять на решение конкретных проблем конкретного региона, максимально учитывая местную специфику. Поручаю вам, уважаемые заместители и члены правительства, самим посещать регионы, в первую очередь проблемные, и докладывать о ситуации в целом и о тех точках напряжения, которые требуют нашей помощи. Прошу каждого из вас, а также министров, подготовить график поездок, чтобы в том числе персонально контролировать, как идет исполнение национальных проектов. Особый акцент, как я уже сказал, надо сделать на посещении тех регионов, где сложилась непростая социально-экономическая ситуация. Мы, как вы знаете, закрепили кураторство над ними со стороны федерального центра лично конкретных министров. Поручаю вице-премьерам в самые кратчайшие сроки разработать и представить на утверждение программы развития этих территорий. Им будет предоставлена поддержка из федерального бюджета по 5 миллиардов рублей на каждую программу до 2024 года. И, конечно, эти планы нужно скоординировать с Министерством финансов.